Привет всем! Сегодня хотела устроить себе выходной. Приехала только за грунтом, а тут вот такая красота, как всегда. Глаза загребущие. Сегодня еще мне две коробки приедут. Причем с сортами заведомо известные. Но руки же загребущие. Ай. Вот тут клещей навалом. Мелкие луковки. Не знаю даже. Вот снося гнилая насквозь. Вот тут тоже клещи все сожрали вместе с донцем. Нет. Наверное, не буду ничего сегодня брать. Тут мягкая. Значит, там внутри гниль. Жаль. Ничего симпатичного нет. Зато вечером будет две коробки. Красоты. Пока я приехала за грунтом. Нарциссы уже тоже брать не буду, у меня тоже сегодня приедут. А вот грунт возьму с удовольствием. Вот этот вот Терранова 50 литров. Наверное, 6 штук возьму. В следующую неделю тоже 6 штук этого добра. Сейчас будет расходоваться огромное количество. За 2 недели я израсходовала 300 литров. И сейчас буду пахать и пахать. Так что посмотрю. Либо Таравиту. Нет, Таравиту я не хочу брать. Потому что вот сад чудес, не знаю. Может, еще сад чудес возьму, посмотрю. Универсальный. Посмотрю, что это за ерунда. И посмотрим по цене, стоит ли его брать. Ну, тут состав азот 300, фосфор, калий 400. В принципе, неплохо для укоренения, для общего роста. Так что пошла выбирать и оплачивать. Удачного всем дня!